Отряды! Уходим! Отряды! Стрелка на летчики! В атаку! Марш! Убить их! Ваш военачальник трусливый. Ваш военачальник отправился к своим предкам, глупец. Его воины все еще нуждались в руководстве. Итак, вот, убито уже. Я отступаю сюда. Мы сразимся вот, в другой раз. Какая-то армия. Коды хочет. Антиохию. Мы в осаде. Битва за вражеский город. В этот раз один убитый. Мне никто не остался в итоге живых. Обидно. Полководец! Это армия да. Подходит, ну точнее, генерал подходит к палк другого генерала с армией. Генерал атакует большой отряд в Антиохии, в котором уже три отряда, а не два. Гиптаршот есть там уже. Мне нужен гиптаршот, будет уничтожить, тогда это уничтожить. И нужно будет другие отряды тоже уничтожить. Кончить, потому что Волк уничтожил того, кого надо было. Те уничтожены. Так как они будут уничтожены, то это будет значить, что город находится уже в небосаде. А раз он в небосаде, значит, можно будет завести туда воина. Ждать моего поэтому приказа! Поэтому я буду так и поступать сейчас. Все мои отряды! Уходим! Блин, именно в этой части враги привели себе на помощь еще кучку вот. Слабаков! Они должны были вообще быть где-то здесь. Отряды. По идее. Но так не выйдет. Ладно. На гиптаршот нужно сразу нападать, чтобы они от меня не убегали и не могли найти к этой армии. И эта армия не защитила.
Вражеский вы... Что это разъедил? Вражеский военачальник мертв. Убить вашими храбрыми воинами. Вот этих уже бойцов. Ну, это всё, больше не битва, потому это охота. Я свою задачу выполнил, а воинов я уже уничтожил, которые держали мой город в осаде. Нужно было еще и лучников изначально поставить. Ладно, ошибка была. Они уже бегут с одной стены и будут сейчас прикрывать моих всадников убегающих. Если, конечно, не успею. Да нет! Это погоня за трусами! Все, блин, я уже немало понес потери именно сарманских знатных всадников. Ладно, обидно, конечно, что много потерял, но бывает так, вот. Все, ворота закрываются, закрываются. Башни противника убивают, это главное. Лучники на позиции становятся и начинают убивать противника. Опаньки, кто у нас тут стоит? Это же восточные лучники, которые будут сейчас убить, потому что они остались без прикрытия. Это которое подвержено смерти изначально. Их уже невозможно было спасти, потому что раз кавалерия вышел на их вниз, то значит кавалерия их убила. Если нету нескольких сразу отрядов в одном месте для того, чтобы как-то сопротивляться против кавалерии, у них нет такой возможности, и так соты не помогут, потому что их соты они тоже слабые. И в итоге просто противник два отряда восточных конных боя, восточных лучников потеряют. То, что сейчас чуть не произошло, открыть огонь по гипотрасотам и надавать так, опять торгую гипотрасотам и уходить. Потому что, блин, пауза. А всем остановиться, потому что у меня воины почему-то спускаются. И так как они спускаются, то это нехорошо. Вот эти вот спустились, к примеру. Назад на стены. Все, давай сюда. Бом. Давай той части народа перенести. Ага. Хорошо, остался я как раз живых. Тогда я сейчас пойду уничтожу. Генерал, давай беги быстрее. Я знаю, ты сможешь убежать от него, спасти. Все. Беги. Хотя я не понимаю, я не видел. 8. 7 телохранителей и 1 генерал. Все же я гипотрасотов не оценил. Не сильный. Ну все. Вот еще один отряд уничтожен у противника. Давай, военачальник. Я знаю, ты сможешь убежать сюда. Все, третий телохранитель. Ну, в принципе, он уже забегает, все. Противник не успел. Он не успел моего генерала убить. Ну все. А он вроде даже отступает уже. Да, он отступает. Ну и правильно делает. Пока отступает, он будет все равно нести потери, потому что его гипотрасоты несут уже потери от башен. Хотя они и до этого несли потери. Но, блин, гипотрасоты остались, конечно. 12 человек многовато, ну ладно. А, они не решили отступать. Блин, обидно. Все, я заканчиваю бой. 597 ни победы, убитых, ни поражения, ни решения, надоело. И 64 воина было моих убитых. Может, 64 воина, ну ладно. Мне вот интересно, почему 597? Откуда эта цифра? То есть врага было 1697 ну, где-то воинов. Нет, больше. 1700 где-то воинов. Плюс-минус там могло еще больше быть. А, точно. Противник же вот тут шел
башен, поэтому башни тоже настреливали, и вот уже потери больше, чем я убил сам. Понятно. А в Антиохии у меня уже осталось не там. Делал переобучение своих всадников. 5 отрядов у меня тут. Полководец! 3 отряда еще местных должно быть. Поэтому я отвожу сарматских конных лучников. И 2 отряда босфорской пехоты. Да! Да! Сюда я их отвожу. Шевели! Сюда заходят. Приказы. И заходит этот отряд. Уходим! Ну все. Сидим здесь. Возможно... Нет, не нужно будет переобучать. Я вот так думаю. О, у врага почти генерал. Это хорошо. Я так думаю. Стоит ли подводить сейчас атаковать или нет? Я думаю, все-таки не стоит сейчас атаковать, пускай возьмет меня в осаду. И тогда можно будет его и атаковать. Эвис у меня покраснел. Ремонт, кстати, тут делаю. И сарматский конный воительниц нанимаю. Ну и все. Еще ходили. Вот к Антиохии подходят 2 войска. Блин, плохо. Полководец! Сарматии я подвожу своего генерала, ему где-то 4 хода эти надо. Мой шпион залазит опять в город. Смотрю и слушаю. И тут неплохо, в принципе. Бойцов, правда, много. Много лучников, я не маленьких потерь принесу. Но пока это не главное. Так, скилл к другому уходим. Генералу подошел и скилл армии. Возглавил теперь эту армию. Если тут два будет... тут 2 отряда не найдется. Здесь нужно уничтожить мятежников этих. 6 отрядов. А я их сейчас уничтожу. Убейте! Я надеюсь на то, что они не смогут вернуться обратно сразу. Потому что если не смогут, то это плохо. Сохраняюсь. И начинаю с тобой. У меня вообще был план, как это видео заснять, когда то это пойти и захватывать Восточные Римские империи города. Там постараться до Иерусалима найти. Как ужасно должно быть и готовиться к бою с нами, сыновьями волка! А я его не смог бы захватить, потому что врага, у него же там пехота и город сосед. Я через кавалерию сражался, поэтому у меня не получилось. Точно. Мне бы пришлось ждать, когда он сам отковал, а он не скоро отковал. И это плохо было. Так. Режим брони включает. Охранять позиции. А мы сарматские лучники выходят в первый ряд. Отряд. И начинают везде отдать. Как они уже начали получать урон теряют бойцовцы, так и они начали вирус попасть. Урон сенсорсь. Я опять раз выстраиваю, дальше начинаю забивать потери. И возвращаюсь тоже обратно. Вот я сам могу, чтобы не так быстро там не проходили. Но, боем я просто заключаюсь в том, что я расстреляюсь от противника, расстреляюсь как можно меньше. Сейчас бойцов и просто надо разожить. Вот у меня 1 отряд, 2 воина там. Противник уже 1 отряд. Я этого сначала 4 отряда, потом тоже 4, но уже 50. После этого 2. И сейчас... Нет, 3 исхода. Ну все, противник уже потерял почти всю армию, свою сумму. О, бандит, он
генерал. Ага, я один раз мне остался. Давайте отстреливать его. Тоже сюда. Блин, я хотел раз вас развернуть и отправить. Ковать, блин, не получилось. Я не успел вас отразить. Слишком быстро. Я хотел его окружить и точно, чтобы не дать ему убежать. Не получилось мне его окружить. Враги бегут с поля боя, как напуганные козы. Догоните их и перебейте всех. Окружите и начал отправлять сюда его, мой один ряд. И его получилось ковать в спину. И я небольшую потерю потерял за это. Блин, обидно. Нехорошо это получилось. Очень плохо. Ну ладно, главное, я уничтожил их вроде нет. Возвращайтесь в Фессалоники. Ну все, в Фессалониках все хорошо теперь. Переобучайтесь. В принципе, убийцу можно еще одного нанять. Вот, Цезарь не мог убить. И не Цезарь, а Бутюхи. Нет. Тарзан его, потому что... ясно. Ну, когда, да, убийца дойдет время, тогда я и найму его. Так, ремонт тут ничего не нужно делать. Здесь переключить исходный площадь. Строительство тоже ничего строить не надо. Мне уже почти везде ничего не надо строить. С одной стороны круто, с другой стороны обидно. Кстати, да, мне тут уже нужно беглых рабов копьеносцев нанимать, потому что мне нужно же иметь гарнизон там, и я ту армию почти всю выиграю. Сзади! Из-за этого... О, они катаются за потерями. То из-за этого как раз мне там и гарнизон и нужен. Нет, кстати, живых. Уходим! Пускай они идут в Кутайс, захватывают Кутайс. Хотя они не смогут. Сюда пускай. Невозможно! И есть город. Вперед! А где тот генерал, который шел в Сармазию? Два хода ему осталось. Движение невозможно! Ну я этих наемных... Хотя нет, наемных конных лучших я не буду оставлять здесь. Точняк, у меня же тут свита есть, блин. Я забыл про то, что свита тут есть. И ее нужно будет в скором времени отдавать. Ай-яй-яй, как нехорошо это получилось. Я мог эту свиту потерять, а свита неплохая на самом деле. Да! И у меня тут генерал помер. И интересно, я чего же он помер? Достойная смерть была. Достойная жизнь человека была окончена. Приказы! И опять меня один отряд создали. Ну, ого, садик какие-то там фракты тут используются. Два отряда берега город полевой армии. Потом восточный солдат полевой армии. Ланцериари. А, пневматари, а не ланцериари. Ну, ланцериари тоже есть. И лучники. Здесь у нас такие себе войны. 3-4, 3-2. В ночной битве почему-то восточная рейская империя слабее. А, понятно почему 3-2. Потому что нет подкрепления. Нет, нужно было подкрепление использовать. Я бы через другие ворота вышел. Пока подкрепление раньше дошло бы к армии, то вот которая держит мой город на сайте, то за то время, которое шло бы, я бы смог взять и уничтожить. Нет! Я, конечно, не всех бы убил, но сколько-то воинов было бы, если они были убиты, то это означало для меня очень хорошую вещь. Эта армия, она бы гораздо сильнее ослабла. Раз она гораздо сильнее ослабла, то от нее потерь было меньше. Но чума тут все, блин, испортил.
меня такое ощущение, что тайный агент какой-то залез, и тут из-за этого чума, потому что больно, население небольшое, и это как раз могло исправить на мятеж. Ой, мятеж на чум. Я не знаю точно. Ладно. Дать моего приказа! Кавалерия! Отряды! Так. Все мои войска сейчас сюда становятся, потому что мне там нужно их держать. А вот два генерала... Да, пускай два генерала здесь, союз. Мои лучники сейчас сюда становятся. Будут так союзить противника. Садники, вы именно садник. Блин, вы далековато от ворот, враги испуганы! Они привели сюда еще людей! Ничего! Мы сосчитаем погибших позже! Вы, в принципе, тоже можете уходить. Но противник не решается выступать. Все, он решил выступать. Молодец, что решил выступать. Давайте. Сюда бегом. На лотереями сначала пойдем чаршу, потому что лотереями это тяжелые пищи, самом деле, для этого. И мои санки уже начинают держаться на артефакте, даже. И все, отряд лотереями уже не существует почти в этой армии, их почти нет. Их слишком мало осталось. Первый город Калигуарии и Плюмбатарии. Меня обстреливают, это не очень хорошо, если они были. Главное то, что я начал дробиться. Так. Опаньки, кто решил на перехват пойти на моих садиках? Это же могучий отряд Вражеский военачальник всё. Бежит, как испуганная он коза. Убегает. Хватайте его! Козы очень питательные. Всё, на первый город полевой армии давите. И потом на первый город полевой армии третий уже. Третий отряд уже. Сейчас. Ну, блин, это не повезло, я просто его... Это больше не битва, это охота, нет! Это погоня с трусами. Отряды, поторопите! Ну что, теперь не мало уже тяжело. Пока туда все у меня садится. Отступаю. И вот тут вот все садится. Готовится к атаке. Вражеский военачальник лежит мертвый. Ну, теперь он может выпить со своими предками и посмотреть, как бежит его армия. Так,
Королевская армия бежит, догоняйте их! Надо пограничников давать. Враги потерпели сокрушительное поражение. 1719 воинов я убил противнику, он мне убил 69 воинов, только очень мало. Я, в принципе, против маленькие армии уничтожил. А это на самом деле прекрасно. Бойтесь нас! Но не прекрасно то, что в городе идет чума. Чума всегда плохо в городе. Уходим! Мне тут нужно очень высокие налоги поставить. Правда, плохо то, что меня бунтуют город. Пожалуй, верну этого генерала, может, поможет. 65. Уходим. Честный порядок. Мне нужно просто по-быстрому избавиться от, от большого количества населения, чтобы население не бунтовало, и я особо не терял воинов. В Антиохии есть мой тайный агент, убийца. Пускаю того убийцу убьет. Сюда пускай идет, в Тарсе убийца нанимается. А вот это, пускай сейчас в Антиохии тайный агент идет. Пускай он заболеет, и после того, как он заболеет, точнее, я могу сейчас по всем городам пройтись. В Цезаре, в Синопу, в Анкиру и в Эвис. Пускай эти города болеют, и когда они будут болеть, у них население убавляется. Только нужен генерал в курс вывести. Так как генерал будет, города будут болеть, население уменьшается. Если население уменьшается, значит, проблем в городе меньше становится. Раз меньше проблем в городе становится, то это куда лучше. В Тарсе 16 тысяч, почти 17 тысяч. Мне тут нужно будет вывести генерала. Уходим! Отправить моего тайного агента в Тарс. Иду. И Старса его потом отправить в Цезаре. Иду на позицию. И нужно было тут вывести убийцу, блин. Сначала убийцу вывести, а потом только заводить. Ладно. А хотя он и так бы заболел, потому что он зашел в Антиохию. Ладно. Вот я тоже вывожу. Убиваю вот эту вот убийцу. Русы, ты у нас еще болеешь. Блин, долго болеть он будет на самом деле. А городской водопровод я чиню потом, пусть я приносит и все. Ну и нужно будет собирать деньги на то, чтобы уже восстанавливать отряды. Из Афина отправляю армию, уничтожать вот этих мятежников, не отступают. Всех убираю опять, отправляю на этих мятежников. Кто же у нас там находится? В атаку! Такие себе бойцы. Нифига себе, такие себе бойцы сколько убили. 209 воинов. Нифига мы себе. Мы будем править! Не заценил, блин, компьютер. Переобучаю теперь бойцов. Жесть. Повелитель? Да. Понятно. Противник, он собирается до сих пор сидеть в этом городе, потому что... Уничтожить! Потому что для него осаждаем это будет более выгодная позиция. Осаждаем поселение! Стос, точнее, не позиция. Убить их! Блин, у меня здесь только два отряда пехоты. Хотя, именно ближний бой, хотя мне даже пользы не будут особо. Потому что противника вся армия, она состоит, почти вся армия, состоит из стрелков. Вот их возвращаю. Этот агент уже в генерал Сармати довольно близко подошел. Поселение Роксоланов. Ну, уже покраснел почему-то с низкими налогами.
Был нормально, нормально, и на тебе покраснел. 58 и 60. Пожалуй, генерал выведу отсюда. И выведу еще. Это количество воинов. Нет больше ходов. Ничего не случилось, хорошо. Если я вот так делаю. А, так тоже нормально. Ну и хорошо. Движение невозможно. Успех, успех. Объявлен союз. Сообщение. Сражена лети. Сами. Где он у нас? Кстати, да, у меня же тут генерал. Так, этот остается. Правление влияния, а у него. Вот этот, он будет у меня в городе в Константинополе сидеть, потому что у него управление столько же, но у него влияние на 2 больше. Поэтому этот Амага, он уходит. Блин. Он остается, Амага уходит в Салоники. Шевелись! Савлий. Нет больше ходов. Ага, ясно. Я знаю проблему, сохраниться и перезайти нужно будет. Ну, перезагрузить игру. Потому что такая проблема бывает часто. Ну, не так часто, но если она случается, то она случается всеми правителями. Правление и командование, но 16 лет, 19 лет командования. Я тебя вывожу. Уходим! Управление и командование в Афины пойдешь. Вперед! Потому что там влияние только. Вот он у нас и командует. Полководец! Он управляет городом, точнее. Да! Шевелись! Приказы! Вот себя в свете больше никого нету. Повелитель! Вы тогда соединяетесь. Уходим! И вы пойдете в колонии Даки. А, потому что уходим. Колонии Даки почему? Потому что движение невозможно. Двухлетний нужно будет оставлять его. Да. 77 лет, второму 41. Сермии. Хотя там 23-летний. Один генерал пойдет. Пойдет как раз вот этот член семьи. Ему нужно будет, правда, взять и последить не слабо за городом. Но перед этим и нужно будет ему посидеть. Посидеть и поучиться еще 2 года. Приказы. Так, здесь все, я уже делал. Армия подходит уже довольно близко к Алании. Марш! И Алания будет сейчас. Они кончились! Ну, не сейчас, а скоро будет в осаде. Убить их! Смерть вещь позвонила, Антиохия Тарс. Главное, чтобы у меня есть генерал, никто не умеет. Это главное. Вот очень обидно будет, если он помрет, на самом деле. Да! Пожалуй, как я сделал. Я его выведу, да, к Руси отправлю. Вперед! И Руси я начальника, воинового писаря рядом и торговца шелком. И я его верну обратно в Антиохию. Шевелись! Почему я лучше так сделал? Потому что я свиту так точно не потеряю. Так, из Цезария я ввожу генерала своего. Шевелись! А в Цезарии у меня тайный агент заходит и отправляется в Синопу. Из Синопа в Анкиру, из Анкира в Эвис. Повелитель! В Фессалонике генерал тут, в принципе, неплохой, правда, с командованием. Повелитель! Правление влияния лучше. А, я ему отдаю торговца. Полководец! И он выходит. И у меня тут уходим. Город позеленел. Сейчас я лоялец хороший. Доход хороший тоже идет. Я его отправляю уходим. Туда теперь. Уходим. В Россию отправляю. Движение невозможно. А, в Афинах у меня повелитель. Город тоже неплохой есть. Ну, точнее, генерал неплохой, но 42 года ему. И у него свита надсмотрщик. Минус один к влиянию, конечно. А плюс один к сельскому хозяйству. Торговец с специями. Ну, я надсмотрщика ему оставлю. Ручной лев. А потом посыльный и оруженосец. Вот это вот нужно сохранить тоже будет. Ладно, сейчас у меня все выполняется.
как долго Антиохий еще будет с интересом болеть? 12, ну почти 13 тысяч. У меня, в принципе, все неплохо тут идет. Восстановить нужно будет. Тут уже почти 15,5 населения. Тут 26 почти тысячи населения. Тут почти 23 тысячи населения. Но их все больше да больше все получается. И это как раз плохо. Поселение никак не хочет начать сражаться. Гражданское недовольство, я понимаю, что недовольство там идет. Но блин, что поделать? Я вас соединяю. Да. Вы соединяетесь. Шевелись! И этот генерал. А. Полководец! А, точнее. Я же у него отдал всю силу. Да! 58! Полководец! А, разница. Ясно. Повелитель! Тогда как я поступаю? Вперед! Вот это строю. Потом беглых рабов и копьеносцев нанимаю. Ну и все. А Эмил со своей армией. Блин, я не то сделал. Я хотел отправить себе сюда генерала. Генерал хотел отправить сюда. Ухожу из армии. Ой, я не то сделал. Грабеж, разносец. Вот точно торговец. Хотя ладно, я всю свиту дам, потому что мне, да, свита, конечно, нужна будет. Без нее тяжело, но когда свита у другого, то точно не потеряешь за карми. Ой, а свиту свою. И я всегда не играл сильно. Вот Алания уже в осаде находится. Моими всадниками была взята. О, саксы ко мне прошли. Ну, тут понятно, сасанины решили меня атаковать. 802 воина. И тут инвентарь ссылки есть. Это плохо. В принципе, что я могу сделать? Как был у меня прошлый бой, просто генерал с тремя рядами копейшими новобранцами бегать по всей карте. А так он меня точно убить не сможет. Ну, если, конечно, клинбатари будут меня догонять, и если он выведет всю армию и меня куда-нибудь в угол зажмет, то тогда он меня сможет убить, а так нет. Ну и я на этом буду заканчивать это видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи, всем пока.